Так, всех приветствую. Сегодня мы с вами рассмотрим Discord сервер аукциона Last Chance Finance. Очень классный, очень интересный, очень перспективный проект для тех, кто будет участвовать в активностях проекта. Нужно в первую очередь разобраться с Дискордом, потому что все там, все только там. Соответственно, давайте посмотрим, что там есть, куда жмакать, куда кликать, куда писать и что вам здесь может быть интересно. Значит, Last Chance — это новый децентрализованный аукцион, крипто-аукцион, который позволяет своим пользователям делать определенные классные вещи, например, продавать одну крипту за другую крипту, делать ставочки. То есть, ну, это будет в другом обзоре, поэтому для тех, кто уже смотрел про сам проект, мы с вами теперь рассмотрим Discord проект. Значит, начало канала здесь. Добро пожаловать. Правила сервера: что можно, что нельзя, куда что посылать, где что расположено, на английском, правда, языке. Вот, но мы же с вами все умеем пользоваться, на крайний случай, переводчиком. Если знаете английский, тогда проблем не возникнет. Значит, анонсы, как и во всех Discord серверах, 90% информации, которая обновляется, появляется здесь. Здесь можно все почитать, все посмотреть, да, опять же на английском, но в принципе все понятно, потому что сложного нету ничего. Вкладочка о проекте. Здесь написано что, кто, в краткой форме, зачем. Значит, community roles, то есть какие роли вы можете получить на сервере. За инвайты можно получать роли 5 инвайтов, 15, 25, 40. То есть по поводу того, что они будут давать, неизвестно, но они дают бонус, если вы будете серьезно относиться к проекту и что-то делать, то есть на благо проекта, то, естественно, пригласить каких-то друзей, которым может быть интересно, будет тоже полезно и не лишнее. Значит, здесь у нас картиночки, которые тоже можно использовать. То есть это описание. Вот картинки пустые. Ссылочка на картиночки, которые можно использовать для мемов, для видео. Вот они. Отдельно здесь. Значит, вкладочка Official Links. То есть все ссылки проекта. Discord, Twitter, Telegram, YouTube, Medium. Значит, здесь вы можете выбрать языковую роль. То есть при выборе языковой роли у вас откроется чат на этом языке. То есть видим, что большая часть пользователей — Россия, Украина. Вот. Ну, в принципе, проект с украинскими корнями, поэтому, в принципе, логично, что большая часть пользователей русскоговорящие. Значит, в разделе мемологи можно поделиться своими мемчиками, какими-то мемасиками. Ну, единственное, что надо делать, конечно, оригинальный, потому что все эти мемасики 100 тысяч раз уже были видны в других проектах. И, грубо говоря, когда не заходишь, везде одно и то же. Поэтому будьте немножко креативней, придумывайте что-то сами. Арты. Тот, кто умеет рисовать карандашом, красками, в фотошопе или еще где-то, могут рисовать красивые картиночки, отправлять сюда, это тоже теоретически будут добавляться плюсики в карму и, может быть, и баллы еще.
ВКонтакте. Вкладочка «Ваше видео», тоже можно снимать видосики, отправлять видосики про проект. Вот. Админам очень нравится, когда люди снимают видео, размещают их где-то. Вот. Поэтому тоже будет плюсик в карму за активности. Твиты. Вот. Можно твиты твитить про проект на английском, на русском, на украинском языке, отправлять сюда, тоже вам будет зачтено. Про с твиттером думаю, все умеют работать, поэтому проблем не возникнет. Статьи. Вкладочка статьи. Это тоже вкладка, где можно размещать свои статьи на каких-то ресурсах, а потом сбрасывать сюда ссылочки. То есть тоже ссылочки на статьи о проекте. Что они делают, зачем они делают, цель, миссии, описание работы. Все принимается, все оценивается. Вас никто не забудет. Ваши идеи. Тоже очень интересный раздел, потому что здесь можно действительно, так как разработчики видят проект с одной стороны, но с другой стороны, иногда очень полезно написать какие-то пожелания или ваше видение, будет очень круто. То есть ваши идеи касаются и проекта, и самого сервера, и всего чего угодно. Что улучшить, что изменить, как сделать так, чтобы это было круче, пожалуйста, пишем. Вот. Дальше. Fast Mission. Быстрые миссии, за которые вы получаете очки опыта, чтобы не спамить на сервере. То есть, ну и опять же получаете возможность стать бета-тестером или пополнить ряды амбассадоров. Вот здесь у нас начисление баллов за миссии. С выполнением миссии у нас через форму, то есть выполняем форму, то есть там ретвитики, твитики, комменты, вот 9-я конкретная миссия, сделать ретвит друзьями, лайкнуть видео, посмотреть полностью и заполнить форму. За это получите 300 экспы. Вот. Те, кто выполнит 9-10 миссию, могут получить одну из последних ролей Last Early. Last Early. Значит, розыгрыши какие-то тоже есть. Ну, разыгрывают в основном экспу. Вот, победители. То есть розыгрыш экспы тоже очень классная вещь, потому что не нужно спамить. Значит, вот мемасики конкурс. Мемасиков. Ну, конкурс уже. Конкурс идет, то есть поинты люди получают, поэтому мемасики тоже желательно. Желательно делать. Так, по амбассадорке. У вас будет только у тех, кого есть. Ну, проверка уровня, проверка инвайта. Проверка вашего уровня. Проверка инвайтов. Поинты для тех, кто зарабатывает поинты, которые потом можно будет конвертировать в токены проекта. Так, вот такой небольшой обзор. Заходите в проект, участвуйте. Проект классный. Проект реально может быть очень-очень-очень дорогой. Поэтому никому не советую пропускать. Заходите, встретимся на сервере.